Дорогие друзья, снова добро пожаловать на канал RusGame Tactics. Это продолжение прохождения игры Assassin's Creed Единство. И нас ждет следующее задание. Как видно, оно находится совсем недалеко. Можно увеличить. Так, эти доп. Задания я уже видел. И, кстати говоря, их не так уж и мало, надо признать. Но вот это, конечно, уже другое дело. Хороший такой стильный костюмчик у нашего главного героя. Даже не знаю, может, по крышам? С чем тут нужно взаимодействовать? Парижский журнал. Ну, я просто пролистаю для вас. В режиме паузы это все можно прочитать. Гляньте. Запрещенная зона. Застрял что-то он на окне. Не знаю, не может, что ли? Ну, давай, Арно. Вот. Вот здесь и начнем. Что теперь? Жди. Там, где тебе скажут. И не болтай лишнего. Жажду служить. Итак, подсказка касательно сложности задания. Чем сложнее, тем труднее. И серьезнее враги. Здесь я просто не удержался. Смотрим. Три противника. Плюс нужно совершить три скрытных убийства. В принципе, я готов это сделать. Это будет первый. А ну-ка, не поворачивайся сюда. Первое убийство совершили. Что ж, можно перебираться к следующей цели. Подождем. Ну вот, один товарищ, который на центре сейчас стоит, мешает мне. Я опасаюсь, что он мог увидеть, как я этого убираю. Все, отлично. Дальше. Что мы там, шутиху, может, поставим? Давайте куда-нибудь... Ну, может, сюда... Ну, чтобы из укрытия было. О, да. Сейчас он разберется. Не шевелится. Черти, что опять? Это фейерверк какой-то? А мне кажется, он там уже микробов разглядывает. Давай, иди сюда. Все, отлично. Доп. Задание выполнили. И надо бы теперь вот эти трупы обыскать. Лекарства максимум.
Что мне там, дымовухи нужны? Ну да. Боеприпасы. Блин. Обидно. Господин Гийом де Руссель любезно согласился на наши 40%. От безысходности. А священник? Он передумает. Ваш оптимизм заразителен. Мои люди подготовят груз. Подробности здесь. И чтоб без сюрпризов. Как всегда. И чтоб без сюрпризов, осел. Да чтоб... Сюда! Убили! Вот каналья, не ходят в одиночку. Ну? Убивать надо, пока он не начал орать. Что мы тут делаем? Ведь Север еще жив. Он убил мсье де Лассера. Успеем. Север не главное. Пока что. Идем. Совет ждет отчета. Мы должны покинуть эту область. О, так вот он! Ты ему напусти. Вот так, получайте. Эх, надо было мне тоже наверх подниматься, скорее всего. Так, извините. Только не стреляйте. Так, где он там? Он где-то здесь наверху. Черт, сейчас же эти прибегут. Ладно. А, вот и ты. Тебе не сбежать! Свои. Ты заплатишь. Мне почему-то кажется, что сейчас не стоит ввязываться в бой. Слушайте, ну... Давай так сделаем. Все, побежали. Давай, давай, давай. Нет, он с ними решил разобраться конкретно. Ну пусть развлекается тогда. У меня еще шутиха есть. Убей его. Все, убил. А, нет. Сейчас обыщу. Эх, побежал, сорвался. Когда не нужно было. Ну и где он? А, вон. Ну что там? Опять надымил. Пожар! А и куда ты идешь? Куда пошел? Эй, ты священник? Быстрее! Ты покойнее! Черт, патриоты прицепятся к кому угодно. Смотри, чтоб не заметили. Мы должны им помешать. Помешать? Не попасться, все равно. Фанатиков меньше не станет. Всех не спасешь, щенок. Ты самого дружелюбия. У меня, кстати... А, описание экстремистов. Они терроризируют население, платят тамплиеры. Эй, сюда. Реми нашел неподалеку тело месье Артемона. Ему перерезали горло. Задержитесь, гражданин! Пошли. Ну, теперь я точно с ним по крышам буду лезть, потому что понизу мне не понравилось. Очень большое внимание. Ты сдохнешь, а я побегу дальше. Снова Нотр-Дам-де-Пари.
Лишь бы только тебя удар не хватил. Прыжок. Лишь бы только вот тебя удар не хватил. Осторожней, зашибешь кого-нибудь. Уж я стараюсь поаккуратнее как-то перемещаться. Но что хорошо, далеко он не отрывается. Лишь бы только тебя удар не хватил. Это я забираю. Борьба группировок. Стража всегда сперва атакует экстремистов. Ну и не стоит их атаковать, чтобы избежать боя. Вроде понятно. Запыхался? Да как так можно? Только нашли Севера, а теперь упустим, потому что имя где-то там не значится. Надо подождать. Слишком много неясностей. Вдруг ошибемся. А если опять упустим? Завтра он будет в соборе, если эти записи верны. Мог бы и раньше мне сказать. Здесь даже магазин есть. И что дальше? Покажем записи тамплиеров Мирабо, но он не станет ничего делать. Похоже, ты им недоволен. Политики все такие. Он считает себя миротворцем. Думает, прекратит войну братства с тамплиерами. Закончит революцию так, чтобы все были довольны. И кошек с собаками помирит. Это плохо? Это мечта безумца. Тамплиеры сейчас... Теперь таможня Франции может спать спокойно. Арпинон мертв. Шантажировать знатных пленников мелковато для него? Что задумали тамплиеры? Если б не ваше проклятое перемирие, мы бы узнали. Он прав, Анаре. Мы заключали мир с магистром Деласером. Он мертв уже 2 года. Не знаю, кто возглавил орден, но не сидит сложа руки. Если б не упустили Севера, узнали бы больше. Там был Север? Я знаю, что вы хотите сохранить мир. Но если покарать убийцу месье Деласера, это нам зачтется, да? Да, пожалуй. Но твоя вендетта и серьезная стратегия — это разные вещи. Если хочет убивать тамплиеров, ради бога. Я научил его всему. Он готов. Хорошо. Ассасин. Ступай к собору Богоматери и отыщи там тамплиера Шарля Габриэля Севера. Выведай его тайны, а когда закончишь, упокой его душу, согласно нашим догмам. Конечно же, будет исполнено. Посмотрим, что это такое. А, нужно войти в сеть, чтобы посмотреть... Это еще один ассасин. Да, просто вот, даже вот я говорю, любопытно походить и понаблюдать за другими ассасинами и за тем, что у них здесь есть. Это вот операции у них тут, скорее всего, организуются и планируются.
Так, большой глобус. Но это подтверждение того, что они не верят в то, что Земля стоит на трех слонах. Или китах. А задание, кстати говоря, у нас начнется... Там сказали, собор Богоматери. Это и есть собор Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари. Тут, похоже, тупичок. Ну ладно. Значит, будем отсюда потихонечку... Привет, Арно! ...выходить. Привет! Как я могу... с вами побеседовать? Пожалуй, что никак. Всего хорошего. Да вот я вспомнил, что мне нужно восполнить все расходные материалы. Лишним точно не будет. Полетят головы. Совместное задание. Я бы с удовольствием принял, если бы у меня напарник был. Так. И полетели. К звездам. Ладненько. О, кафе-театр. Но мы с вами обязательно посмотрим. Да и вообще, другими какими-либо побочными заданиями мы тоже обязательно займемся. Я обязательно выделю на это время. А сейчас, прежде всего, нас интересует вот эта вот история и разборки между ассасинами и тамплиерами. Да, но вот большой минус, кстати, такого населенного Парижа в том, что... В дневное время суток здесь очень много людей по улицам ходит. Поэтому в таком случае быстрее будет. Возможно, по крышам даже быстрее. А вот нас уже ждут. Что делать? Ты уже больше не ученик. Изучай обстановку, думай своей головой. Я тебе не нянька. Любая цель достижима. Дороги, живо! Где носит Дюшино? Не видишь удобного случая? Создай. Ты проверил собор? Да, месье. Скажи Северу, я жду внутри. Возможность найдется. Только не зевай. Эй! А ну отдайте мои ключи! Форы! А если не получится, почему не пожертвовать собой ради цели, своей жизнью? Дальтаира? В Леванте так и делали. Открытый удар кинжалом, а потом быть зарубленным, да? Зато как драматично. Это не мой путь. Как сочтешь нужным, ассасин. Ну что ж, будет интересно. Начинаем операцию.